меня. Ты была моим светом. Спасибо, друзья, большое. Спасибо вам огромное. Спасибо вам всем за эту поддержку, за эту любовь. Это огромное удовольствие выходить на лед и видеть полный зал, и когда тебя так принимают, это огромное удовольствие, ни с чем несоизмеримое. Поэтому я еще раз всем и каждому хочу сказать огромное спасибо за вашу поддержку, которую я чувствовал на протяжении всего этого ужасного времени. Хочу поблагодарить в первую очередь, конечно же, свою любимую жену, которая была каждую минуту со мной рядом. Также моих родителей, моего брата, всем тем, кто я был безразличен. Поэтому что хотелось бы сказать? Конечно же, поздравить Илью с юбилеем, с замечательным Святым Днем. Я рад, что сегодня я здесь вместе с тобой, вместе со всей командой, которая тоже была со мной рядом все это трудное время. Жизнь несет нам тяжелые испытания, но если с вами близкий родной человек, то, наверное, имеет смысл идти дальше и жить дальше. Поэтому я вам всем этого желаю и поздравляю вас всех с наступающим Новым годом. Крепкого-крепкого здоровья, как вы видите, это самое главное. Все остальное будет. Спасибо вам огромное за вашу любовь. Спасибо.